Сегодня сюда съедутся более 500 участников первенства по легкой атлетике Московской области. Здесь, в спортивном комплексе Подмосковья, проходят состязания. В соревнованиях принимают участие юниоры 99-го, 2002-го и 2001-го, 2002-го годов рождения из практически всех муниципалитетов региона, включая и легкоатлетов из нашего района. Первенство организовано Федерацией по легкой атлетике Московской области при содействии администрации Щелковского района. У нас это заключительный этап для юношей в отборе на выезд на Центральный федеральный округ, чемпионат первенства, где будет проходить 16-19 января. Мы отбираем юноши. Юношеский состав у нас из года в год, то есть становится сильнее. И потому отбор у нас намного жестче. И вот первый старт. В спортивной ходьбе на 5 километров состязаются мужчины и женщины. Мы уже снимали незадолго до Нового года такой же забег здесь, в УСК Подмосковье. И тогда, и сейчас лучший результат показал мастер спорта из города Жуковский Алексей Головин. Спортсмен, который занимается спортом полжизни, становится частью. Спорт становится частью его жизни. Это своего рода режим, это своего рода жизнедеятельность, то есть то, что учит. Я шла легко, но так как я немножко приболела, немножко тяжело шлось, поэтому показала не лучший результат. Вообще, как здесь выступаете у нас здесь в Щелке? Уже не первый раз? Да. Что, нравится, не нравится? Здесь? Нравится. Только виражи немножечко большие. Да? Ну, вообще, как и во всех манежах. Мне тут нравится в Щелково. Команда Щелковского района уже не первый год успешно участвует в первенстве Подмосковья по легкой атлетике. Среди наших юниоров есть уже настоящие звездочки, которые обещают вырасти в спортсменов, известных на все Подмосковье. У нас очень много ребят выступает на этих соревнованиях. У нас очень хорошо прыгает мальчик в высоту, Толстых Илья, это тренер Жиздриковой Светланы Геннадьевны. Улитина Софья, это тренер Поспелова Ольга Геннадьевна, которая уже КМС, в 2002 год она уже выполнила КМС. Молодец, девочка тоже хорошо выступает. И есть мальчик Сигитов Артем, который на ЦФУ занял первое место. Я бегаю спринт 60, 100, 200 метров. Ну и кандидат у меня тоже на все эти дистанции. Первенство Московской области по легкой атлетике включает в себя более 10 видов состязаний. Среди них бег с барьерами, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок, а также дистанции на 1500 и 2000 метров. Легкоатлеты завершат соревнования в Щелковском универсально-спортивном комплексе Подмосковья к концу этой недели. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».